100 человек эвакуировали сегодня из-за пожара в поликлинике номер 12 в Новосибирске. Никто не пострадал. Все заработала сигнализация. Просьба освободить помещение. И мы все в это... Нас сказали, что пожар вот здесь вот в 16-м кабинете. Дым повалил на улицу. Тут потом пожарники приехали. Много машин было. Поликлиника расположена на первом этаже жилого дома. В здании сейчас идет капитальный ремонт. В подвале рабочие варили трубы, в итоге загорелись перекрытия, а потом и пол в кабинете неотложной помощи. Приема в нем в это время не было, сработала пожарная сигнализация. На место прибыли 36 спасателей МЧС и 10 автоцистерн. Возгорание ликвидировали за полчаса. После этого поликлиника продолжила работу в обычном режиме.